четвертого Кафеста осталось меньше месяца. И наши друзья, инвесторы соберутся со всего мира, это будет десятки стран, здесь, на Мариной Горке, на бывшем танковом полигоне, где мы построили вот эту красоту. Пять типов путевых структур. Строим шестую. Несколько станций разного уровня, из железобетона, из стали. Промежуточные станции. Посадили сады, посадили цветы. И земля, где были ямы глубиной 2-3 метра, сейчас вся в цветах. И эту красоту мы сделали не одни, мы сделали вместе с инвестором. Вот то, что мы сделали, это технопарк, это на самом деле инновационный центр, это центр демонстрации технологии, сертификации технологии и продаж технологий. И без вот такого инновационного центра мы не сможем выйти на рынки, потому что нельзя выходить и продавать сырую продукцию, тем более это связано с безопасностью людей, транспорт. В транспорте вообще очень тяжело приживаются инновации. Поэтому и задуман был этот технопарк, вот именно как центр отработки технологий SkyWay. И этот процесс, он не может быть быстрым, одномоментным, на это уходят годы. Вообще-то, если взять аналогичную продукцию, ну, в том области транспорта, допустим, там новый самолет или новый поезд высокоскоростной, компании, крупнейшие компании мира тратят на это десятилетия. Например, Siemens потратил на отработку трансрапида больше 50 лет и 6,5 миллиарда евро. Чтобы сделать аэробус А380, на это ушло 12 лет и больше 10 миллиардов евро. А мы сделали, ну, по мировым масштабам, ну, что-то такое грандиозное, такое большое. За очень небольшие деньги, меньше чем 100 миллионов долларов и очень короткий срок. Фактически мы уже начали демонстрировать и сертифицировать систему и комплексы городской, грузовой. Ну, 2 года назад. Поэтому фактически через 2 года после начала работ мы уже приступили к сертификации. То есть мы показываем на самом деле чудеса инженерии, творчества. И неудивительно, что к нам недавно вот приезжали из Японии за вдохновением. Дороги мира – это, наверное, и транспорт, а в первую очередь автомобильный транспорт – это, наверное, самое страшное изобретение человека, потому что сегодня на дорогах мира погибает порядка 1,5 миллиона человек, и более 10 миллионов человек становятся инвалидами. И только автомобильные дороги закатали в асфальт 5 территорий Великобритании. Эта земля мертва, она не дышит и не вырабатывает кислород, который нам очень нужен для дыхания. Поэтому самым экологически опасным технологическим изобретением человека является как раз транспорт. И поэтому экологическая составляющая новых видов транспорта – это, ну, ключевая характеристика. И мы показываем, что наш транспорт SkyWay, он самый экологически безопасный транспорт всех существующих видов транспорта и перспективных видов транспорта. И поэтому, естественно, агробиотехнологиям мы уделяем очень серьезное внимание и показываем, что наши дороги дружат с природой, они ей не мешают. И мы видим, что под трассами растут сады, цветы, трава зеленеет, ходят люди, животные. 4-й экофестиваль, естественно, будет особенным, потому что
У нас есть и новинки, которые мы покажем. И это и новая машина. Это, она не то, что самая легкая, но она будет самой простой. И у нас есть заказчик на эту трассу, образно говоря, чтобы возить рыбаков на рыбалку. Поэтому мы покажем эту машину, она уже изготавливается и к Экофесту будет стоять здесь. Мы модернизировали ряд транспортных средств, юнибусов, юникар. Уже покажем машины в новой модификации. Мы уже отрабатываем автоматизированную систему управления, когда в каждой нашей машине, в каждом юнибусе, там, юникаре, юнитраке состоит интеллектуальная система управления, есть и техническое зрение, есть система датчиков, и уже транспортное средство может двигаться в потоке машин в безаварийном режиме. Мы покажем тоже движение виртуальной сцепки, в электронной сцепке, когда одна машина выходит, за ней другая машина выходит. И, ну, возможно, покажем и даже моделирование аварийных ситуаций. Мы это строим и демонстрируем, и сертифицируем для того, чтобы просто удовлетворить свое любопытство. На самом деле это мы создаем крупнейший бизнес. И я 5 лет назад говорил об этом, когда мы вот начали работать в краудинвестинге, о том, что мы строим самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. И поэтому, естественно, надо показывать бизнес-составляющие вот этой технологии. Какие проекты мы планируем сделать, на какой стадии мы находимся в этих проектах, как планируется финансирование этих проектов. И, естественно, это пионер в этом направлении, это Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому мы приоткроем завесу над некоторыми тайнами, а каким я сейчас не могу сказать. Поэтому кое-что было сказано об этом на Экофесте. Каждый загадывает и думает, что будет, что он увидит, что узнает. Но обычно то, что мы показываем, превосходит все ожидания. Я уверен, что и на этот раз так будет. Я приглашаю всех наших партнеров, всех наших инвесторов приехать на Экофест 17 августа этого года и видеть ту красоту, которую мы сделали не одни, мы сделали вместе с вами. Без ваших инвестиций этого бы ничего не было. Поэтому приезжайте, прикоснитесь к тому, что мы вместе сделали. Сделать с любовью для людей, для всего человечества, потому что это самый безопасный транспорт в мире, самый экологичный, самый эффективный. Именно он должен быть во всем мире. И без вот этих тестовых участков, без экотехнопарка, мы никогда бы не смогли выйти на рынок, тем более мировой, где очень сильна конкуренция. Поэтому это наш ребенок, наше детище совместное. И прижайтесь, прикоснитесь к нему. Обнимите, поцелуйте, с любовью. Мы вас очень ждем. Я вас тоже всех люблю. Стройскавей, спасая планету.